Здравствуйте! В эфире 24KZ, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шайносова. Сегодня в выпуске. Ах, это свадьба! Чем закончилось пышное торжество для гостей и молодоженов в Туркестанской области? Напал, ограбил и сбежал. Какое наказание грозит шымкентцу за разбой в игровом клубе? Хотел как легче, получилось как всегда. Астанчанин стал жертвой афериста, обещавшего оформить права. Погодные ловушки сыграли злую шутку с дальнобойщиками в СПО. Слишком бурное празднование свадьбы в Туркестанской области закончилось тем, что гостей и самих виновников торжества наказали штрафами. Поводом для этого стало распространяемое в соцсетях видео, которое привлекло внимание полицейских. В ролике молодые люди стреляли в небо из неустановленного оружия, а водители кортежа нарушили ПДД и создали аварийную ситуацию. Выяснилось, что инцидент произошел в Сайрамском районе. По словам 19-летнего жителя, стрелявшего на видео, предметом в его руке оказался сигнальный пистолет. Данный инцидент произошел в Сайрамском районе. На молодого человека составили административный протокол по части 1 статьи 485 КУАП РК. Неправомерное применение оружия, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей с приостановлением действия разрешения на хранение и ношение оружия. Также были установлены личности водителей, нарушивших правила дорожного движения, и составлены административные протокола по 4 статьям КУАП РК. От 3 до 7 лет лишения свободы грозит жителю Шымкента за разбой. Мужчина напал на оператора игрового клуба и похитил из сейфа 4 миллиона тенге. Как выяснилось, незадолго до инцидента подозреваемый проиграл 3 миллиона 800 тысяч тенге, которые решил восполнить, пойдя на преступление. Угрожая работнице заведения ножом, он украл деньги и скрылся. 28-летнего грабителя поймали по горячим следам и поместили в ИВС. До 2 лет за решеткой может провести аферист, обманувший жителя столицы на 150 тысяч тенге. Злоумышленник обещал астанчанину помочь с получением водительских прав. По словам потерпевшего, помогайка ссылался на связи в спецзоне и предлагал услуги по упрощенному оформлению водительского удостоверения. Однако, получив деньги, он скрылся и перестал отвечать на телефонные звонки. Вскоре полиция вышла на след мошенника. Им оказался 38-летний житель города. Важно знать, порядок и правила изготовления водительских удостоверений размещены на официальном интернет-ресурсе www.gov.kz и выдаются исключительно уполномоченным органам. Объявления в мессенджерах и социальных сетях от частных лиц об изготовлении водительских прав являются мошенническими. За приобретение поддельных документов также предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РК. Порядок получения водительского удостоверения в Казахстане. Обучение в специализированном образовательном учреждении или самостоятельная подготовка, если в населенном пункте нет автошколы. Прохождение медицинского осмотра и получение справки по форме 073. Сбор и подача документов в спеццон. Сдача теоретического и практического экзаменов. 4 дня заняла спасательная операция по вызволению из кювета больше груза в СКО. За рулем фуры был гражданин Беларуси, перевозивший фанеру. Водитель не справился с управлением из-за гололеда. Помощь иностранцу организовали стражи порядка, а местные власти предоставили тяжелую технику. Тот же экипаж патруля на 61-м километре трассы вблизи села Сенжарка обнаружил большегруз «Шакман», перевозивший 21 тонну щебня. Водитель, житель СКО, был вынужден сделать аварийную остановку из-за замерзания дизельного топлива. Его отправили отдохнуть домой, в то время как полицейские провели ночь на трассе, обеспечивая сохранность груза и безопасность движения. Через несколько дней фуру отогрели, и водитель смог продолжить путь. Безопасность превыше всего, и мелочей здесь быть не может. Будьте сознательны, соблюдайте правила. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес kezikshibulyum@gmail.com. На этом у меня все. Увидимся на телеканале 24KZ.